Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы немножко поговорим о хмельном фестивале. Праздник, который стартовал сегодня, 20 сентября, продлится до 6 октября. Основная валюта – это призовые жетоны хмельного фестиваля. За него можно покупать, за эти жетончики, различные интересные награды. Игрушки, питомцы, всякие интересные вещицы для трансмога. Также во время хмельного фестиваля, который проходит в Старгорне для Альянса, можно бегать на Карена Худовара раз в день. С него будет дропаться особенный ящичек, особенная бочка. С этой бочки можно лутануть двух замечательных маунтов. Давайте глянем на них. Введем хмельной фестиваль и увидим их. Первый — это большой кода хмельного фестиваля. Второй — это стремительный баран хмельного фестиваля. Касательно игрушек, они тоже имеются в некотором количестве. Имеется гоблинский гриль. Okay. Знамя хмельного фестиваля, камень возвращения гуляки хмельного фестиваля, небольшой бочонок, пивной пони хмельного фестиваля и трофей сарделирия хмельного фестиваля. Касательно моделек интересных, можно венок получить с хмельного фестиваля, купить его за призовые жетончики. Вот, то есть что у нас получается? Мы делаем дейлики, мы ходим на коронах у товара, мы получаем баджики и за баджики что-то получаем. Видосик все-таки называется «Новинки хмельного фестиваля 2020 года». Знаете, я до последнего не хотел упоминать о них, но все же придется. Их нет. Ну их просто нет. 2020 год, он довольно-таки грустный касательно каких-то интересных вещичек. И ничего нового нету абсолютно на праздниках, которые в текущий момент стартуют. То есть вы можете просто взять и собрать различные игрушечки, которые вводились ранее, например, в 2019 году. Это будет вполне неплохо, кстати, потому что я вот, например, праздниками давно не занимался, и в принципе это будет неплохо. К тому же есть чем заняться до припатча. Вот, кстати, еще одна игрушка за 100 баджей. В принципе, я даже дейлики эти делать не буду. Я буду каждыми персонажами ходить тремя каждый день на Карена, и мне этого хватит. Я куплю абсолютно все, что хочу. А может, четырьмя персонажами буду каждый день на Карена ходить. Я подумаю. Я не ожидал просто то, что тут будет эта колбаска за 100 монеточек. Ну, соточка быстро наберется. Это уж точно. Новинок нет. Лутаем старые награды. Радуемся. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании.